Я сейчас нахожусь в Приотъяме, в районе Савьёный Ям. Это такой относительно новый район. Я вам это место уже показывал 3 месяца назад. Вот тут строится дом. А вот тут дом, которому лет уже 20. На месте строящегося дома был пустырь. Я думал, что на этом месте построят какой-нибудь садик, разобьют там, или синагогу построят, или скамеечки там расставят, что-нибудь такое. А нет. Сюда втюхивают, вот впихивают такой вот домину, вот такую. Сейчас я отойду и покажу. Вот домину. Цены там будут, наверное, заоблачные. Я думаю, 1 300 000, 1 400 000 шекелей. То есть, если это переводить в евро, то это получается как минимум 300 тысяч евро. Вот такая вот цена. Далеко не в самом таком элитном, эксклюзивном районе. Но я на что хочу обратить ваше внимание, мои уважаемые подписчики. Я хочу обратить ваше внимание на вот этот вот старый дом. Вот смотрите на его балконы. Раньше, в былые времена, эти балконы выходили просто на пустырь, на котором одиноко лежали 3 трубы. А теперь эти балконы будут выходить на... Вот я показываю балконы. Будут выходить прямо на окна этого строящегося дома. Мне это просто непонятно. То есть у человека просто урезают его личное пространство, личную жизнь. Ну и у жителей строящегося дома, у будущих жителей, тоже ничего хорошего. То есть они вот смотрят в эти большие окна и, получается, смотрят прямо на балконы вот этих людей. То есть изначально, я думаю, что в таком доме цена должна быть изначально занижена, потому что получается, что ну просто твое перемещение по квартире, твое нахождение в квартире, оно как бы просматривается. Это, как по мне, очень неудобно. Я лично в этих делах большой интроверт. Мне лично неприятно, чтобы на меня как-то смотрели там и была возможность вообще за мной наблюдать. А вот тут такая возможность более чем есть. Вот смотрите на эти балконы. Вот эти балконы, они выходят прямо на этот дом. Там расстояние такое, что можно буквально передавать из дома в дом вещи. Ну не годится же это, по-моему, да? Тем более за такую цену. Вот что самое интересное. Такая цена в таком доме не должна быть. Должна быть цена изначально по-хорошему заниженная, потому что ты изначально этими комнатами или же балконом в этом доме, или же вот комнатами в строящемся доме не можешь пользоваться по полной, потому что тебе нужно там зашториваться, занавешиваться как-то, я не знаю как. Ну, невозможно же ходить в трусах, когда на тебя смотрят постоянно с балкона, или наоборот сидеть на балконе, пить кофе, а тут рядом дома, окна вот этого строящегося дома. Мне это просто непонятно. Но тем не менее, я думаю, этот дом раскупят. Квартиры в нем, все будет по-старому. Но лично мне это абсолютно непонятно. Я понимаю, что если бы мне сказали, что тут цена будет, например, я не знаю, какая-то эксклюзивная, в 2 раза меньше, чем среднестатистическая, ну я еще могу это понять. Но такого же не будет, цена будет самая обычная. И всем, как говорится, похуй на то, что вот такие вот минусы. Это минусы как бы явственные, тут не надо быть каким-то 7 пядей во лбу, чтобы видеть эти минусы. Вот человек сидит на балконе, смотрит прямо в окно соседу. И ему неприятно, и соседу неприятно. То же самое и жителям строящегося дома будет тоже неприятно наблюдать за этими людьми на балконе. Интересно, знали ли люди этого старого дома? Ну, относительно старого. Как вы видите, он не очень старый. Знали ли они, что тут будет строиться дом, когда они покупали свои вот эти квартиры? Или не знали? Потому что до последнего времени тут был хотя бы пустырь, вот тут был пустырь на месте этого дома, но хотя бы было бы открытое пространство. А сейчас и этого же не будет. Будут вот такие вот, как я уже сказал, такой вот махина, такая вот махина будет. И из этой махины будет можно прямо смотреть на балкон этого дома. И наоборот, все взаимно. Ну что, ничего хорошего, ну всем по барабану. Хотел такое вам показать. Будет интересно послушать ваше мнение об этом. Я уже этот дом вам показывал 3 месяца назад, но за это время, как говорил классик, однако за время пути собачка могла подрасти. Этот дом подрос и уже находится в такой, в общем-то, завершающей стадии своего строительства, потому что выше его, в принципе, уже строить и не будут особо. Вот, я вам показывал его, я оставлю ссылку в описании и дам линк на прошлое видео по этой теме. Вот и все, пожалуй. Вот, зацените, как это все выглядит теперь. Всем хорошего времени суток. Всем пока. Буду рад отзывам.